Бумажки на месте, все есть. Hello everybody, вы на канале Джексон. И у нас сейчас замечательная такая интересненькая тематика для тех, кто рассчитывает свои налоги сейчас в Канаде. Вам это надо сделать до 30 квітня за предыдущий год, рассчитать ваши налоги. Ну и у нас сейчас 29 квітня. Все как обычно делается в последний момент. Вот, и пытались разобраться в программах, короче, как там что-то все поделать. И поняли, что, бляха, на все время тратить дохренище. И есть вот такие лайфхак. Есть сзади меня, находится, мы сейчас подъехали до HSR-блока. Тут рассчитываются таксы. И сразу вам скажу, что если даже вы хотите быстренько записаться, то вам сразу надо перезвонить в том формате, не то, что быстренько записаться, а вам надо по-любому записаться, потому что тут по предзаписи, appointment. Вот, а сейчас мы что, заходим, пошли, потому что у нас поводка сейчас не особо так лёта. Погнали, делать ветер. О, и машину заблокируем. Hello. We have appointment for today for we need complete tax. Yeah. Yep, yep. 1 p.m. Yep. Окей, awesome. Короче, и так, заняла оця вся процедура расчета этих всяких таксов полчаса. За полчаса для одного человека. Естественно, мы сидели там час. Но я вам скажу так. В том году я поработал 3 месяца. Тоже понятное дело, что тут все официально. И кэшбэк, скажем так, за всеми-всеми планами тарифными прийде мне $800. Честно говоря, я просто так, ради прикола, на украинские гривны, дивлюся, 20 тысяч гривен, просто за то, что ты легально поработал, ты молодец, ты платишь налоги, кайфуешь. Короче, вот такие изичные способы, если хочет кто быстро рассчитать себе там налоги, не париться, потому что вопросов там и дохренища всего заполнял. Оцей товарищ, який занимался и помогал с нами с документацией. Так что вот такие вот справы. Вы были на канале Джексон, подписывайтесь, будете знать что-то больше про Канаду, будет интересно, я думаю, еще разные видосы позаписываем, не только про документационного формата, еще на рыбалочку еще поедем, по-любому. Я вообще любитель такие рыбак. Короче, до новых встреч, пока!